Всем привет! С вами Евгения и кулинарный канал «Это просто». Любой суп на курином бульоне – это вкусное, питательное и полезное блюдо. А пробовали ли вы куриный суп с гречкой? Супчик получается наваристым, сытным и выглядит очень аппетитно. Приготовление супа начнем с бульона. В холодную воду кладем 2 куриных бедра, 1 зубчик чеснока, 4 горошины душистого перца и пол чайной ложки соли. Доводим до кипения, снимаем образовавшуюся пенку, уменьшаем огонь и варим бульон 30-40 минут. Пока варится бульон, сделаем заправку для супа. В разогретое растительное масло отправляем нарезанный на кубики 1 репчатый лук. Пассируем его минуту и добавляем к нему тертую на крупной терке морковь. Перемешиваем, по вкусу кладем соль и черный молотый перец. Обжариваем овощи до золотистого цвета. Бульон сварился, вынимаем из него курицу, чеснок и перец. В бульон отправляем нарезанный соломкой картофель и всыпаем гречневую крупу. Перемешиваем и варим до готовности картофеля. В среднем это занимает 15 минут. Курица немного остыла, снимаем кожу, отделяем мясо от кости и нарезаем на маленькие кусочки. Вместо курицы можно взять мясо индейки, получится тоже очень вкусно. Картофель и гречка сварились, теперь отправляем к ним заправку из овощей. И кладем нарезанные кусочки мяса. Перемешиваем, пробуем по вкусу и, если нужно, подсаливаем. Добавляем в суп измельченную зелень, провариваем 1 минутку и суп готов. Зелень в суп можно класть любую, но самое главное, чтобы ее было немало. На мой взгляд, чем больше зелени, тем вкуснее. Каждому в тарелку я еще добавляю перышки зеленого лука. Так получается мега вкусно. Даем супу настояться под закрытой крышкой 15 минут и зовем семью к обеденному столу. Пробуйте приготовить, я надеюсь, гречневый суп на курином бульоне вам тоже очень понравится. Жду от вас комментарии, пальчики вверх, и если вы еще не подписаны на мой канал, то скорее жмите на кнопку подписаться и на колокольчик рядом. Будем готовить вместе. С любовью, ваш кулинарный канал «Это просто».